В Шанхае стартовала персональная выставка «Туц Зынский» легендарного американского художника по стеклу. Мастер разработала уникальную технику создания сосудов из разноцветных стеклянных волокон. Ее работы представлены в 70 музеях по всему миру, в том числе в Нью-Йоркском музее современного искусства. Подробности в материале далее. Растянутые, скрученные, как и ее душе угодно. Тут Зынский управляется со стеклом, как со струящейся тканью. Концепция работ базируется на игре света. Лучи преломляются через волнообразные внутренние и внешние поверхности. И вот перед вами уже не сосуды, а танцующее полярное сияние. Мне нравятся эти работы. Я действительно под большим впечатлением. Никогда я подумать не могла, что стеклянные изделия могут быть настолько красивы. Тут Зынский работает со стеклом почти полвека. Уникальное взаимодействие света и цвета достигается с помощью специального приема. Такую технику художница разработала в 1982 году. Художественный метод позволяет превращать стеклянные стержни в оптические волокна, тонкие как нити. В фундаменте каждого произведения тысячи разноцветных стеклянных палочек. Они приобретают форму под воздействием температуры. Чтобы на выходе получилось что-то стоящее, важно соблюсти технологические каноны. Думаю, предпосылкой для создания техники стало мое увлечение выдувом из стекла, который требует быстрой реакции. Ты не можешь долго думать, должен действовать быстро и не имеешь возможности дать задний ход. А с годами все больше хотелось остановить мгновение и созерцать. Несмотря на потребность в спокойной работе, во мне не иссякло желание выразить себя. Зынский так умело управляется со стеклянными нитями. После обработки под высокой температурой они хаотично сплавляются, но не выходят из-под ее контроля. Тут способна преобразовать случайные сочетания стекла в художественные структуры. Это идеальный союз мастерства и творческой индивидуальности. В творчестве Тут Зынский красный доминирует, и это не случайно. Красный цвет для меня самый важный, ведь это базовый цвет жизни, который мы видим сквозь закрытые веки еще в утробе матери. Цвет, который всегда самый первый бросается в глаза. Он очень мощный. Тут Зынский – первый художник по стеклу, который творит по заказу Музея современного искусства в Нью-Йорке. Ее работы представлены в более чем 70 музеях по всему миру. Выставка в Шанхае продлится до 1 июня. Билет обойдется ценителям прекрасного в 20 юаней. Цзин, CCTV.